Привет, ребята! В общем, это я, Полин Полярная, и я купила себе камеру. Наконец-то! Я ждала этого год. Раньше я снимала все на свой iPhone 12 mini, и звук писался сюда, все свои поездки я снимала тоже на него. И я, наконец-то, купила себе DJI Osmo Pocket 3. Я very excited. В общем, я нахожусь в очень волнительном состоянии. Я очень рада. И этот влог — это затест новой камеры. Как все проходит, как она снимает, удобно ли. Я собираюсь снять просто, что я делаю дома. Например, мне надо разобрать чемодан после поездки. Поедем на велике кататься. И может еще что-то завтра. По чуть-чуть. И посмотрим. Я... не обещаю снимать видео чаще из-за покупки камеры, но я просто очень надеюсь, что монтаж будет даваться мне чуть легче на вот этих всех приятных настроениях, потому что монтаж я очень сильно не люблю. Погнали! Мой наряд не обусловлен тем, что я так хожу каждый день, просто я так вышла сегодня забрать камеру. И хочу, чтобы я не просто так одевалась. У меня лежит чемодан. Вот он. Он лежит уже 2 дня. Сегодня я планировала его разобрать. Надо все вещи достать, бросить стирку, разложить по местам и убрать чемодан. Да, он полон. Здесь мой тату-став весь. Все татушные штучки и одежда. Все остальное сейчас пойдет в стирку. Чемодан я уберу. Все тут вещи будут лежать там. До следующей моей поездки. Пятна. Обычно я их отстирываю, застирывая их с обязательным мылом. Это тату-чернила. Но здесь я их чуть не нашла. Попробуем ваншем отстирать. В общем, мы сейчас поедем кататься на велике, и я хотела показать труселя, которые я для этого купила. Это такие, в общем, трусы, прям трусы, не специальные, шорты или что-либо с памперсом, чтобы жопа не болела. И я могу надеть любые штаны на нее, будет клево. Довольно удобно, потому что только 2 шорта с этими бибами, и мне их не хватает. В плане, что когда холодно, хочется надеть лосины, но чтобы поп не болела тоже. Поэтому я себе купила такие, вообще мне надо таких на каждый день накупить, чтобы каждый день кататься. Чё за баловство тут? Чуваки. Чё за баловство? Чуваки. Привлекла внимание. Я сейчас сдохну. Капец.
Я сейчас сдохну просто. Но все равно поеду. Чоки. Ты гуляешь? Так, мой первый проезд с камерой. Держу в руках, довольно страшно, но трекается. Катимся по горке, проедем 20 километров, такая маленькая тренировочка, прогулочка, можно сказать, даже что-то ни о чем, но, признаться честно, вот у Толи, например, уже пропадает настроение кататься, потому что лето заканчивается, да, ох уж эти осенние настроения, когда хочется сидеть дома, но погода как будто еще позволяет. И вот в выходные мы собираемся с палатками и ночевать у моря. Поедем туда на великах. Ой, даже туманчик небольшой, кажется, мигают фонари. Окей, здесь я. Что ж, темнеет очень быстро, мошек очень много, как и комаров. Вообще, я хотела рассказать, что в перерывах между тем, что я делала днем, и вот этой нашей поездкой, я ходила в английский клуб, который проводит мормоны в своей мормонской церкви. Это достаточно смешно для меня, потому что я чувствую себя, как будто я такая... агентка специальная под прикрытием, потому что я совсем не хочу говорить о Боге, но мы в целом этого и не делаем, мы играем в игры, я второй раз туда приходила. Да, мы просто играем в игры, мне нравится, что я могу поговорить с нейтивами. Поэтому, да, именно я, конечно же, вообще не прочь знать, что про их мормонскую церковь изнутри, как она устроена. Хотя, конечно же, я и так уже много чего про это узнала, когда был скандал с балериной Фарм в ТикТоке, вообще в интернете. Я много чего узнала, изучала и смотрела видео. Мне было интересно, особенно я смотрела всякие видео от экс-мормонок, которые вышли из церкви и которые воспитывались внутри всей этой системы. Довольно такая, мне кажется, это большая часть американской культуры все-таки, учитывая, что это чисто американская церковь. Сзади тоже есть, по-моему. Нет. Блин, там лошадки! А тут так темно, что их почти не видно. Давай. Так.
В общем, мы приехали на заправку и решили тут перекусить, потому что дома особо кушать нечего. Взяли какао и по 2 кусочка пиццы, 400. Мне нравится заезжать на заправку и что-то кушать. У этого есть свой определенный шарм. Так что... Почему еще это прикольно? В Эстонии все довольно рано закрывается, а заправка круглосуточная. И это такое определенное место тусовок. Сейчас вот тусят некоторые школьники или какие-то челы. Но в целом, если захочется что-то готового, например, пиццу, хот-дог, что угодно, можно сюда приехать. Классно. И попить какао, пока нас съедают комары. О, найс. Куда ты пошел? Ну ты даешь. Üks. Õpilasel peab bussis olema kaasas õpilaspilet või sõidukaart. Sõidukaart. Это проездной. Sulunigus. Mul on pangakaart. Ja pangakaardid. Ma arvan, et sul on raha kotis kliendikaart. Это было второе занятие по эстонскому, и это уже уровень А2, и у меня был перерыв за целое лето, 3 месяца между А1 и А2, и, конечно же, я ничего не повторяла. Я надеялась, ну, в целом, это был мой план. Последнюю неделю готовиться, ну, всю последнюю неделю перед стартом курса я работала в Финляндии, и готовиться за неделю до Финляндии я не хотела, потому что я готовилась к поездке, а до этого я была в отпуске, а до этого я была в другой поездке, где я работала, и готовилась к отпуску, мы все подготавливали. Так получилось, что весь август был занят, а я не могу начать готовиться заранее, то есть это как будто бы и не заранее было начать готовиться в июле, но для меня-то это было слишком далеко. Я не понимаю вот этого всего, мне непонятно течение времени. Я могу делать дела только перед дедлайном, и дедлайн был далеко. Я такая, у меня достаточно времени, а потом смотрю, а курс-то начинается сразу после моего приезда. Я ничего не успеваю повторить. И я вообще хотела, чтобы мы с Толей готовились, но он начал без меня в какой-то из дней, когда мы планировали. А я тоже без поддержки просто так взять заранее готовиться тоже не могу. Эстонский длится до конца года, 4 месяца, 3 раза в неделю. Я, конечно, думала, ну я волью, просто потому что у меня нет выбора. Однако, я думаю, это уже не сработает. Прошло 2-е занятие. Завтра 3-е. И мне уже тяжело. Лексика сложнее. На слух я плохо понимаю. То есть даже когда я английский, я помню, учила, аудирование всегда было моей самой слабой стороной. И здесь тем более, особенно когда лексика усложнилась. И я такая, я ничего не понимаю. Так что, ребята, похоже, мне придется еще и в свободное время еще и эстонский подтягивать, чтобы хотя бы просто на занятиях не в таком шоке быть. Спасибо хотя бы, что не в 8 утра занимаемся. Так, ребят, я уже нарезала весь свой мини-влог и хотела сказать какое-то заключительное слово по вот этому первому опыту использования камеры. Я, конечно, очень удивлена качеством съемки, даже в темное время. Я пока еще, конечно же, не привыкла ко всем командам, ко всем нажатиям, настройкам, то, что можно делать с камерой, но это все придет.
с опытом, постоянным использованием, но первое впечатление очень приятное. Камера намного комфортнее телефона в плане того, как положение в руке и ощущение ее. Так что я до сих пор не верю, что смогла себе ее купить. Супер рада. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки в описании моей соцсети. Люблю вас.